Студенческая весна заиграла яркими солнечными лучами на сцене Муромского института. Фестиваль поддержки и развития студенческого творчества впервые прошел в МИВЛГУ. Талантливая молодежь с успехом раскрыла свой потенциал в театральном, музыкальном, танцевальном и многих других направлениях. Во время гала-концерта на суд жюри было представлено три программы, в которых объединили творческие усилия шесть факультетов. В шквал весенних эмоций, захлестнувших зал, окунулась и наша съемочная группа. Студенческая весна – первая и пока единственная в истории России программа поддержки и развития студенческого творчества. Мы открываем студенческую весну с танцевальным коллективом «Джуз» с номером «Прогулка по летнему саду». Номер очень необычный, легкий, веселый, как раз для весеннего настроения. Первая студ-весна прошла в 1993 году в Самаре и с тех пор разрослась по всей территории нашей необъятной родины. В 2021 году в программу входит 80 региональных, 10 всероссийских и 4 международных мероприятия. Муром принял в студ-весне участие впервые. Участники объединили свои силы в творческих тандемах. Факультет информационных технологий выступил вместе с МАШФАКом. Студенты гуманитарного факультета сплотились в креативном порыве с ребятами факультета радиоэлектроники и компьютерных систем. Факультет экономики и менеджмента представил сценические наработки вместе с отделением среднего профессионального образования. Мы предложили студентам объединиться в пары факультетов, чтобы усилить, так сказать, свои творческие возможности, показать свой максимум и чтобы сделать сам фестиваль зрелищнее и интереснее для зрителей. Они выбирали себе партнеров сами, потому что дружба между факультетами, она существует, и она очень прочная у некоторых, крепкая, и прям ребята захотели вот именно вместе проводить и придумывать различные номера. По итогам фестиваля определены лучший музыкальный, танцевальный и театральный номер. Кроме того, жюри конкурса выделило и лучший номер в оригинальном жанре. Теперь победители во всей красе смогут показать себя уже на уровне региона. Областной этап студенческой весны 2021 состоится во Владимире 28 апреля. Елена Петрова, Александр Симонов. Наши новости.